О, вон. Уже едут. На чем ездили? На машине. Ну ладно. Они сотрут? Я говорю, теперь ходить-то вокруг надо как. Ну да, руки завалили. В карманах не держи утром. Да вообще не держи, это плохая привычка. Это называется беспечность, когда ты руки в карман держишь. Нет, он с сыном едет. Сыном, да? Да. Тоже мальчик какой-то, примерно твоего возраста. Моего? Ну, примерно, я не знаю точно. Может, младше, может. Сейчас увидим. Там еще Константину машину загонять надо. Крапивка. Мир тебе, брат. Спаси Христос. Ветер. Брат Владимир. О, шарик встречает. Лука, поздоровайся. Здравствуйте. Мир тебе. Ну что, провожайте сразу, брат. Да, да, сейчас. До покоев. Там так. Тут мальчик поставил. Брат, вот. Говорите, брат. Говорите. Сколько ему лет? Старый. Давай. Лет 10-то есть, наверное. Да, уже смотри, такого. Башки, под 50 ну, лет по нашему. А там маленький еще есть? Ну как дорога это было? Ничего? А? Дорога как Володя, была? Брат, куда его? Ну, туда, да? Куда? Дом, да. У вас же там место есть? Или нет? Подожди, надо этого. Николай Георгиевич, как у вас с местом там в доме-то? Или ходили на это? Да нет, может совсем. Это все вопросы к Вячеславу, он определяет. Ну, брат, зайди тогда это, в дом. Вячеслава, спроси. Там кое-что из продуктов сразу куда. Да, да, на кухню. На кухню. Ага. Это шарик. Лука. Шарик, потому что я помню, что говорили, что не забудь, вроде брат, как. Три поклона. Не, не, туда, туда, за дверь, за дверь. Зайдите, за дверь. Мир, дай мне слугу. Мир принимаю. Маленький. Еще раз, мир дому всему. Мир дому всему. С миром принимаем. С миром принимаем. Стоп, стоп, стоп. Давно он на кухню занесет продукты. А, на кухню. Добрый день. Добрый день. Так, это ваш вот. Да, Лука. Ну-ка, у нас тут фуражку вот так носят, а так будет случиться. Лука, так, идите в свое место, там сразу дадут. Это же... Мир дому всему. С миром принимаем. Ну сейчас у Вячеслава спроси, как, куда тебе расположить. Сейчас завтра будет вообще. Да, можно сюда время поставить. Тогда продукт потом, да? Да, 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 можно потом. Ну все, брат, проходи. Кемочки сюда. А ты что, поселись снова? Я ничего не успел. Я все правила. Ну, найдем, может. Я ничего не успел. Ладно, найдем. А где поясок? Расставление, я не смотрел, что он... Чтобы они изменили, как будто не произошли, он вообще отказался. Я стал сам. Я знаю. Не, а есть такой канал, как? Он чуть больше. Он прям... Сатана там ржет, там всякое разное. А он еще быстро находит профиль и сразу же говорит, это ты, Владимир, с такого-то года рождения, из такого-то города. Да, там начинает, да. По фотографии, да? Да, да, по фото. И там люди вообще
в ужасе просто. А это еще канал такой он, есть, да? Ну, я про него говорю, там потом парень, который занимался этим, он потом как бы вроде покаялся. Это просто. Он сказал, что у него началось какое-то изменение. Посмотрите, может, обрезать. Такое, да? С первого. Опять тут высота пришла. Высота. Высота. Три, у нас уже три высоты. Высота и ширина. Колокольчик. Мимо прошел. Другу свою. Брат, Вячеслав, куда определяешь 190. Их, двоих? Двоих? Да. Сейчас, насколько уже, насколько на них же придет? Нет уже, да? Баскетбольная команда. Тот дом, значит, да. Иосифа, который в доме. Там, то есть, тогда позади, там зашедший. Там можно разложить на трассе. Я просто предлагаю нам Иван приедет. А они с сыном вышли. Ян, кто это? Грибанов? Грибанов, да. Туда его, у нас там одно место, как раз для Ивана Грибанова. А есть еще сверху одно, но оно для больного надо ставить. Там просто у нас это, брат, есть домик отдельно, можете туда поселиться. Если бы сложно было, тогда бы жилось. А? Я же ваше правило такое. В принципе, мы... Нет, я говорю, дом там есть отдельно, мы бы вас туда поселили. Как скажешь. Просто тут места нет. Смотри, я насчет этих пуговиц все помню. Они расходы купили. Поэтому... Ну, это... Да. Ну все, слава Богу за все. Аллилуйя.